Зеленая неделя, которая проходит традиционно ежегодно в Берлине, она призвана собрать всех сельхозтоваропроизводителей, представителей бизнеса, в том числе и представителей научного и образовательного сообщества, которые собираются на этой площадке для того, чтобы определить вектор развития сельского хозяйства в мире. И для нас, конечно, очень было важно присутствовать на этой выставке для того, чтобы саккумулировать те предложения, возможности, которые сегодня могли быть использованы в нашей повседневной практической деятельности. Нам удалось очень много, благодаря тому, что мы участвовали в официальной делегации Самарской области, в экспозиции, представляемой Самарским регионом и Российской Федерацией в целом, представить интересы и региона, и конкретно нашего образовательного учреждения. Мы поучаствовали во многих совещаниях, переговорах, в результате которых появились предложения, которые мы уже хотим реализовать в ближайшее время. В конце марта планируется проведение недели мирового агробизнеса. Это будет впервые такой вот формат мероприятия, который мы планируем провести в Академии, и куда мы приглашаем вот партнеров, которые высказали свое пожелание активно поучаствовать в этом проекте. Идея этого проекта – пригласить ведущие компании, ведущих ученых, которые поделились бы своим опытом, современными тенденциями развития сельского хозяйства. И мы хотели бы предложить в рамках этой недели мирового агробизнеса, чтобы они включились и в проекты, которые мы предлагаем на территории Самарского региона. Это проект «Молочная академия», проект «Полевая академия», это возможность создания совместных малых инновационных предприятий, это разработка программ образовательных с присутствием там в той части, которая позволяет нам в части вариативной части образовательных программ формировать отдельные модули, которые сегодня как раз и предполагали бы изучение мирового опыта. Это вопросы дуальности образования и возможности практической стажировки и обучения наших студентов, специалистов. Вот этот круг вопросов, который мы как раз и хотели бы обсудить в рамках недели мирового агробизнеса, и выставка «Зеленые недели» как раз этому в полной мере нам содействовала и способствовала.